Добрый день, друзья! Мы начинаем сегодня прямой эфир, и в прямом эфире я расскажу об онлайн-курсе «5 секретов древнего Китая» или «Как руководителю избавиться от стресса и выгорания». Значит, чему посвящен и что вы получите в результате этого курса? У нас у всех, у руководителей, есть много различных проблем. Да, присоединяйтесь, если есть вопросы, то пишите, задавайте, я обязательно отвечу. Угу. У нас у руководителя очень много есть разных таких вот, знаете, ситуаций, возникает ситуация. И вообще руководитель, если еще и большого коллектива, то это, знаете, такая работа на выживание. И поэтому очень важно уметь управлять своими эмоциями. А что такое управлять своими эмоциями? Это как раз управлять стрессом. И как у нас, какие у нас основные проблемы руководителей? Но одну я вам скажу, потому что эта проблема встречается, ну, практически там у 80% руководителей. Это проблемы с желчным пузырем и с печенью. И как вы думаете, возникают эти проблемы? А эти проблемы, они возникают тогда, когда у вас есть эмоции раздражения, злости, агрессии, да, когда вы что-то вот, то есть вам на что-то хочется ответить, но вы хорошо себя ведете и вовнутрь опускаете эту эмоцию. И, соответственно, ничего хорошего в этом нет, да, потому что на наших внутренних органах это копится. Вот эти эмоции, они вас наполняют, да, и получается, что все равно в какой-то момент вы либо взорветесь, либо придете к врачу, и врач скажет: ну, дорогая, там надо вырезать, там что-то у нас любит, там в медицине вырезать. Вот. Поэтому это из первых таких моментов болезни руководителя. А следующий момент, какие у нас еще болезни руководителя есть, да, то есть мы будем останавливаться, знаете, на 5 основных болезнях руководителя, но я вам для примера несколько приведу. И что мы будем делать? Мы будем, во-первых, восстанавливать наши эмоции, восстанавливать здоровье наших внутренних органов, вычищать все те эмоции с помощью энергии, вычищать все те эмоции, которые у нас были, которые нас наполняют и которые создают нам ситуацию снаружи, такую, в которой нам уже надоело, которая нам уже не нравится. Ведь многие считают, что «ой, это начальник виноват, это вот тот виноват, это сотрудник виноват, это муж виноват, это еще кто-то там виноват». А понимаете, хорошая новость, что все начинается с нас. И все остальные, они просто как зеркало показывают, что в нас есть такое, какие недочеты, какие недостатки, да. И если вас кто-то злит, да, кто-то злит, то это значит, вот это он просто цепляется на ту эмоцию, которая есть у вас. И понятно, что когда мы эмоции складываем там вовнутрь, ну, потому что мы обычно же хорошие работники, мы же не можем там что-то высказать там нашему руководителю, например, который нас там ругает, да, или, может быть, несправедливо что-то говорит, да, и мы складываем, в конце концов у нас внутри, понимаете, получается не чистая энергия, а вся энергия вот эта заполнена какими-то такими негативными эмоциями. И мы потом удивляемся, почему вокруг нас мир становится вдруг другим. И мы думаем: так, нет, это все-таки вот начальник виноват, да, и нужно перейти в другое место работы. И что возникает в другом? А в другом там возникает или другой сотрудник, или другой начальник, но эмоции, они остаются те же. И нам для того, чтобы убрать вот все эти стрессы, все эти выгорания, да, нам нужно сначала очистить себя, поменять энергетику внутри, восстановить здоровье наших органов. И понимаете, я не случайно это говорю, потому что я с 2006 года этими вопросами занимаюсь. И я с 2006 года, знаете, восстановила свое здоровье, эмоциональное здоровье и физическое здоровье. И у меня сейчас здоровье гораздо лучше, чем тогда было в 2006 году. Представляете?
Но это доступно абсолютно каждому. И начать можно с любого возраста, начать можно с любой абсолютно там ситуации, да. Главное захотеть, понимаете? Ну, просто нужно понять, что все в ваших руках. Ну, меня к этому привели мои жизненные обстоятельства, когда уже, знаете, по голове уже стали стучать, да, что нужно этим заниматься, но... Конечно, может быть, вы считаете, что вам еще не нужно, что вы еще недостаточно в стрессе, что у вас еще мало каких-то там болезней, что у вас мало каких-то проблем с вашим эмоциональным состоянием. Ну, давайте мы рассмотрим там дальше, что еще, да, с какими болезнями руководителей мы будем работать. У руководителя очень часто есть такая проблема — тревожность. Тревожность – это, знаете, в голове там все время: ой, я там не успею, ой, я это не сделаю, ой, я кого-то там забыла предупредить, ой, что мне там скажут, а вот что это, хорошо или плохо там получилось и так далее. И мы все время крутим эти мысли. Но это нормально, да, потому что, ну вот нам кажется, что это нормально, потому что это такая работа. Но на самом деле, как это отзывается в теле? А в теле это отзывается с проблемами с поджелудочной. И, может быть, сначала она не так, ну, как-то дает о себе знать, да, но в дальнейшем она начинает там уплотняться, она начинает хуже работать, да, ну, и такая дорога к сахарному диабету, да. То есть мы выстраиваем себе эту дорогу, и, соответственно, если мы раньше начнем с этим работать, да, а мы на курсе обязательно, я вам дам практики, которые и восстанавливают поджелудочную железу, и убирают тревожность из вашей жизни. То есть у вас уже вот эта вот проблема будет меньше, вы будете уже более спокойно относиться к ситуациям, понимаете? То есть, ну да, вот хорошо, сделаю, да, я все приложу свои усилия, но я сделаю вот таким образом. И у вас уйдет вот эта словомешалка, да, которая постоянно, мыслемешалка там, да, которая постоянно крутится в голове. Возьмем еще там, например, проблему руководителей, да, это страх, да, который у нас часто отзывается в теле либо болью в пояснице, да, либо может быть уже какие-то проблемы с почками, отеками там и так далее. И вот я вам привела пример, да, как мы будем работать с пятью органами, потому что в Китае считают, что весь мир построен по системе пяти элементов, да, пять элементов – это огонь, вода, земля, там, ну, и так далее, знаете эту систему. И понимаете, вот этот макрокосмос, он точно так же опускается и на человека, и точно так же наши все органы, они должны работать в единой вот такой вот связке, в единой такой системе. И если у нас, ну, вы знаете, да, выпадает один орган, значит, на него, значит, его функции должен взять другой, да, и он уже будет, ну, там, предположим, там вырезали желчный пузырь, да, и, соответственно, а желчь-то осталась, да, и, соответственно, она все равно есть в организме, и на самом деле это достаточно серьезные проблемы, да, и просто нужно знать, как с этим справляться, как себя поддерживать, как восстанавливать и так далее. Я дам практики, такие, знаете, 5-7-минутные, которые помогут вам восстановить себя после напряженного рабочего дня, потому что вот это напряжение, те стрессы, которые мы испытываем, они накапливаются. Сам стресс, вот если разовый такой стресс, то организм наш способен адаптироваться и прийти в нормальное состояние. Но если мы один день, второй день, третий, четвертый, пятый, и у нас уже вот этот стресс, он поглощает все клетки тела. То есть он уже зажимает все клетки тела. То есть уже организм не расслаблен. Если организм не расслаблен, значит, там нормально не протекает энергия. Значит, тогда уже плохо поступают питательные вещества. И тогда органы начинают испытывать большие проблемы. Поэтому, конечно, то есть вот этот вот курс,
Это первый шаг к вашему здоровью, к вашему эмоциональному здоровью, к вашему физическому здоровью и путь к вашей энергии. Потому что, конечно, замечательно всегда находиться в ресурсе, да, то есть всегда быть активным, да, всегда в жизни сочетать отдых и работу, да. А мы же как всегда, ой, это срочная работа, ой, я там такой герой, мне нужно это делать, мне нужно это сделать, я выполню, мне там похвалят там и так далее. Да, конечно, и такое тоже бывает в жизни, но все-таки, когда мы с вами на этом курсе восстановим вот это вот спокойствие в наших органах, восстановим их нормальную работу, они начнут справляться легко с эмоциями. Вы уже не будете, вы просто вот поймите, что после 21 дня вы просто уже не будете так реагировать на все. Да, вот у меня сейчас как раз девушка одна на наставничестве. И так как она из Москвы, мы встречались с ней онлайн, и я проводила занятия по ее индивидуальному курсу Цигун. И когда мы с ней позанимались, да, закончилось занятие, она сидит и говорит: «Ой, я сейчас засну прямо здесь. Мне кажется, что я не дойду до дома». Но вот я знаю, что это обычная, нормальная реакция организма. Эта реакция возникает тогда, когда человек был в сильном стрессе. Он даже не понимал, насколько он напряжен. И когда с помощью практик мы расслабили, и наконец-то пошла энергия так, как нужно, вот, она вот как раз ее стала клонить в сон, но все нормально, просто организму требуется восстановление, и нужно действительно поспать после этого комплекса, да, и тогда уже клеткам будет возвращаться энергия. И на самом деле, да, то есть вы уже сразу почувствуете, что сон приходит в норму, да, что уже не будет таких проблем там со сном, что не будет таких проблем там с эмоциями, что вы будете спокойны, и вы перестанете, знаете, быть такой белкой в колесе, которая бегает по кругу, а вы будете спокойно и думать сегодня только о том, что происходит сегодня. Завтра думать только о том, что происходит завтра. И у вас, понимаете, в голове возникнет такое вот спокойствие. Не такое, ой, не так, чтобы это мне надо в магазине купить, это мне надо ребенку там что-то там сказать, это мне надо подчиненным. Так, начальник, не забыть мне вот это сделать, так, куда мне это записать, так, ты мне напомни там завтра, так, ты мне это... И получается, что вот в этом, вот в этой словомешалке, да, вот в этих мыслях, которые происходят, нет спокойствия, да. Я просто помню, как-то пришла там на новое место работы, и мы там должны были переехать, и пока несколько человек сидели там в одном кабинете, да, и как раз люди занимались там отчетами, и я вот наблюдаю, они: «Так, что делать? Так, побежали туда, так, побежали сюда, так, вот это, и сидит, а я думаю, а там всего лишь надо было спокойно сесть, понять эту ситуацию, взвесить, подумать, что нужно сделать, и сделать. И не нужно было вот этих вот метаний туда-сюда. Понимаете? Когда у нас мозг спокойный, к нам легко и быстро приходят правильные решения. Когда у нас мозг спокойный и не загружен вот этими всеми мыслями, то тогда приходит результат, тогда приходит классная идея. И вот этим всем мы будем заниматься с вами как раз на онлайн-курсе. Значит, будут теоретические части, будут практические части. Отдельно будут эти записи, чтобы вы практические части могли выполнять отдельно, да, то есть взяли, выполнили одну практику, да, например, там утром, да, какую-то на 7 минут, взяли, выполнили, может быть, в обеденный перерыв какую-то практику, да, чтобы не застаивалась энергия. И вечером, и посмотрели, как меняется у вас уже тело. Вы просто первые результаты у вас уже будут, а уже где-то после там 3-5 дней занятий.
А если вы сможете не 10 минут в день выделять, не 20 минут в день, а хотя бы полчаса, вы сами удивитесь, что вы стали другим человеком. Я, понимаете, я уже говорила, что я эти практики испробовала на себе, и я знаю, что это такое, я знаю, как эти практики меняют жизнь, как эти практики меняют карьеру, как эти практики помогают достигнуть желаемого, потому что, к сожалению, да, мы думаем, что мы — это физическое тело, да, но как только мы будем понимать, что мы еще и мощная энергия, и как только мы будем понимать, как работать с этой мощной энергией, как восстанавливать свой организм, как убирать проблемы из организма, то тогда, понимаете, наша сила, она будет значительно усилена. Потому что конкуренты, они понимают, что человек, да, это физическое тело, и эксплуатируют его, эксплуатируют. Но если и на уровне физического тела надо просто как достигнуть результата, как нас в детстве все говорили, много работать будет результат. Вот так вот на уровне физического тела работают так. А на уровне энергетического тела делают квантовый скачок вперед. Как только ваша энергия усиливается, то вы скачете вперед и сразу попадаете в нужный результат. Я понимаю, что, может быть, это сложно понять словами, да, и вы не очень понимаете, да, чего вы можете достигнуть, а можете достигнуть всего. Нужна вам карьера — значит карьера. Нужно вам здоровье — значит здоровье. Нужен доход — значит вы достигаете дохода. И просто, понимаете, и вот эти вот моменты, они начинают происходить удивительным образом, как будто и не от вас. Вы же привыкли там много работать, дополнительно работать, чтобы получать доход. А тут раз — и получается. Раз — и вдруг какая-то премия. Раз — и вдруг какой-то еще неожиданный доход. То есть немножко сложно, может быть, это вам понять, но я вас приглашаю на курс «5 секретов древнего Китая», потому что в Китае это знали уже 5000 лет назад. 5000 лет. И это была пробованная уже практика, да, это практика, которая подтверждена там тысячелетиями, это практика, которой занимались императоры, и она держалась в секрете от простых людей, потому что только императоры могли владеть этими знаниями, чтобы только они могли достигать больших результатов. Поэтому, друзья, вот эта вот практика, да, и вот этот вот курс, этот курс — это, знаете, ну такая, можно сказать, там первая ступенька к этой практике. Поэтому я вот его специально, да, подготовила, это мой авторский курс, и я его подготовила на базе всех своих знаний, на базе всех своих результатов, вот, и именно это, да, я хочу вам дальше и транслировать, и рассказывать подробности на курсе «5 секретов древнего Китая». Как я изменила свою жизнь, и как я поняла, что вот эта практика, вот эти упражнения, они останутся со мной на всю жизнь. И я предлагаю вам окунуться в это и менять свою жизнь. И менять свою жизнь легко, менять свою жизнь без усилий. И изменить свою жизнь от вот этих вот, от этой гонки бесконечной 24/7, к наслаждению жизни, к тому, что вы можете использовать свободное время, к тому, что вы можете посвящать это время своим друзьям и знакомым, можете посвящать это время хобби, и можете получать удовольствие от жизни, и можете ставить перед собой любые цели и добиваться любых результатов. Ну вот, друзья, это то, что я вам хотела сегодня рассказать. Поэтому у нас еще совсем немного времени, действуют минимальные цены. Поэтому, друзья, я вас жду. Записывайтесь на курс, пишите, если есть вопросы, в директ. И мы с вами встретимся на курсе. Всего вам хорошего. Пока-пока.